16+. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Все больше задач, все больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод, кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь с нами. Луганская, 59. Телефон 761-500. Торговый дом «Кировский кирпичный завод». Киров, улица Луганская, 59. ОГРН 114-43-450-17-541. Особое мнение на 101FM. Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Особое мнение. Сегодня мы услышим депутата Кировской городской думы, председателя постоянной комиссии Гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Денис Ерохина, я имею в виду. Денис, добрый день. Добрый день. Давайте сразу же начнем с темы до выборов 9 сентября в Кировскую городскую думу. До выборы по 12 и 16 округам. Всего лишь два депутатских кресла. И вот буквально новость, читаю я, появившаяся пару часов назад. Претензии возникли к одному из кандидатов, это Альберт Бекалюк. Выяснилось, что он, ну, он идет на выборы от «Справедливой России», но вдруг выяснилось, что он не вышел из партии «Единая Россия». Это нарушение, серьезное нарушение. Вот перед началом нашей беседы вы сказали, что буквально с минуты на минуту по этому вопросу будет заседание, да? Да. Расскажите подробности. Насколько я знаю, в 13:30 у него начнется судебное заседание. Претензия «Единой России» в том, что якобы он состоит до сих пор, значит, в членах «Единой России», является членом «Единой России», соответственно, его не могла выдвигать другая партия. Но, насколько я знаю, Альберта Александровича там после выхода из «Единой России», что было... То есть вы уверяете, что он выходил? Нет, он выходил однозначно. Мы здесь у вас и в студии были с ним. Да. Он после выхода в «Единой России» был в президиуме партии «Правое дело». Значит, он был, значит, представлял «Правое дело» на выборах в Государственную Думу. Uh-huh. То есть он такой был активным членом «Правого дела», но, видимо, «Единая Россия», настолько он для них важен, что, значит, они простили ему все это, и до сих пор он оставался, несмотря на то, что он был и в президиуме другой партии, и критиковал, в том числе, «Единую Россию», он остался членом «Единой России». Парадоксально еще в этой ситуации и то, что подал на него заявление в суд кандидат от коммунистов России. Ну, на мой взгляд, это... Это Сергей Садовников? Нет, по-моему, там другая фамилия. Сейчас, подождите, коммунисты... Андрей Фоминых, да, еще Андрей есть. Фоминых. Андрей Фоминых идет, знаю, по 16-му подал... округу, один из претендентов. Да? Да, вот он подал на него заявление. Значит, он обратился в «Единую Россию», там, не помню, 15 числа, по-моему, «Единая Россия» ему 15 же числа предоставляет справку о том, что Бекалюк является членом «Единой России», и указывает даже номер его партбилета. Я считаю, что с такой скоростью, мне кажется, все областные городские чиновники надо позавидовать, как у нас даются ответы. То есть вы считаете, что неспроста так быстро сработает? Ну, такого чудес не бывает. И прямо что день в день дают, как, ну, предположим, самооппозиционному кандидату, ну, коммунисты России, на мой взгляд, такими не являются, значит, дают справку вот прямо же в этот же день. Ну, на мой взгляд, это минимум, как бы, ну, минимум надо задуматься для суда, да. То есть я считаю, что по такой схеме можно снять абсолютно всех кандидатов, даже если... человек никогда... То есть, на ваш взгляд, это, простите, не простая какая-то предвыборная борьба, а очень какой-то такой четкий интерес? Ну, нет? Конечно. Бекалюк, безусловно, является сильным кандидатом. То есть он дважды был депутатом городской думы. Да. Он достаточно грамотный в плане финансов. Я думаю, что он...
достаточно у него твердое свое мнение по многим вопросам. То есть я считаю, что понятно, что у него шансы велики, и поэтому снять неугодных кандидатов, ну, это самое простое. Неугодных? Неугодных для... Кому? Неугодных, ну, другим кандидатам. Но я понимаю, когда действительно есть нарушения, когда снимаются там за какие-то явные нарушения, но когда вот то, чего есть, то есть если мы поднимем все СМИ, мы там увидим кучу высказываний там Бекалюка от там партии «Право дело», там еще по каким-то вопросам, то есть поднять ваши же то, что здесь было программы. В студии, да, угу. программы, мы же это все прекрасно увидим. Я считаю, что таким способом в принципе другим партиям надо взять на вооружение, потому что ну так можно в принципе любого кандидата снимать, просто идет человек, даже если он никогда не состоял в жизни ни в какой партии, можно давать такую же справку, например, да, что он состоял в партии. И самое смешное, что защититься у человека от этой справки, ну, получается, вариантов нет. Потому что вот как у Бекалюка получилось, что у него есть справка с печатью «Единой России», с номером партбилета. Ну, а дальше. То есть, подождите, чего? Вы говорите о том, что вообще на любого человека можно? Ну, на любого, получается, можно, если... то есть он должен хранить заявление, ну нет, вот как этому можно противостоять? Я, честно говоря, очень надеюсь, что суд в этом разберется и подскажет нам, как говорится, прививку от этой защиты, как это можно сделать, что для этого нужно. Но, честно говоря, если суд примет во внимание только справку от партии, неважно, там, от «Единой России», от любой другой бы это была партия, что он состоял, к примеру, там, в КПРФ или еще где-то, там, в ЛДПР, то, получается, у человека защититься-то шансов нет. Да. Вы справку-то видели эту непосредственно? Да, я видел. Там что справку. Написано? Состоял там, с такого-то по такому-то? Там это, написано, или что Бекалюк состоит с 2005 года, является членом партии, номер партбилета такой-то. Что подразумевает, что он до сих пор? Что он до сих пор является, да? Что он является все это время на протяжении, то есть он в это время. Но был... он выходил официально. Так, ну, вы конечно, знаете. Его бы не приняли в другую партию и без этого заявления. То есть это невозможно. Двоечленство у нас, извините. Да, как и многоженство, запрещено. Так и двоечленство невозможно. Угу. Поэтому как бы я считаю, что ну, защититься от этого очень сложно, если суд будет исходить только из справки. Но хотя я говорю, что при вступлении в другую партию это обязательно он должен подтвердить, что он вышел из этого. Тем более, ну, Бекалюк, это, ну, надо понимать, что рядовой член партии, ну, это человек был опытный. И депутат, да. И достаточно известный, и грамотный. Ну и ваш прогноз, чем завершится вот это, вы знаете, разбирательство, я, которое начнется я через 15 надеюсь, минут. Я надеюсь все-таки, что суд... учитывая, что сейчас в суде меняется и руководство, что будут приниматься какие-то взвешенные, обоснованные решения. Но я хочу верить, что все-таки они сама разберутся в этом, примут все доказательства. Ну а дальше будем смотреть. Предположить решение суда — это как гадание на кофейной гуще. Ну, а в целом вот эти довыборы 9 сентября оцениваете как их значимость? По 12 округу, я смотрю, 5 претендентов, по 16 округу 6 претендентов, и все это на два кресла, на всего лишь на два места. Вы знаете, это что-то рядовое такое, заурядное? Я думаю, что это рядовое, но если это будут действительно эти два человека активно, с какой-то позицией, которая будет отстаивать интересы горожан, активно участвовать, так скажем, в работе Кировской городской думы, в комиссиях, то это, конечно, будет большой-большой плюс. Угу. Если это просто изберут таких случайно пассивных людей, которые избрались, и их там 5 лет избиратели не видят, ну, наверное, смысла в этом не имеет никакого. А участие сына Олега Дрянича, Валенчука-младшего, как оцениваете? Что это? Я понимаю, что это право каждого человека, совершеннолетнего, я думаю, пойти, что да, это право каждого человека, но я считаю, что это, ну, настолько как бы непонятна для меня история, что единственное, может быть,
для записи, для записи зачем, в резюме. Ну, зачем, 25, зачем 25-летнему молодому человеку? Я не могу это пояснить. Идти в городской парламент. То есть это надо, там, наверное, у него спрашивать, зачем ему идти в парламент, и пусть он попробует внятно объяснить. Хорошо. Это Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы. У нас сейчас будет небольшая пауза. Мы вернемся через полминуты. Особое мнение на 101 FM. Участвовать, вернее, задавать вопросы гостю особого мнения вы тоже имеете полное право. Сайт hakirova.ru, есть специальная форма. Пожалуйста, заходите туда, и если есть возможность, оставляйте свой вопрос. Но еще раз напоминаю, что затем, ближе к вечеру, особое мнение в записи появляется на сайте hakirova.ru. Аудиоверсия, видеоверсия, а также чуть позже еще и мы расшифровываем особое, то есть текстовый вариант. Пожалуйста, заходите, читайте, смотрите, слушайте. Сейчас тоже перед началом нашего разговора в эфире Денис мне показал увлекательное видео. Я прям, ну, прям душа запела. Прекрасные виды. Потом я узнал, кому это все принадлежит, и, ну, повис такой вопрос в воздухе. Денис, расскажите, пожалуйста. Вы имеете в виду какое видео? Видео, которое сейчас появляется в интернете, которое в открытом, доступе находится. Где чудный берег реки. Да, и, чудный берег, и чудный действительно. Дом. Действительно, у начальника налоговой по городу Кирова очень хороший вкус. Дом на берегу Вятки в Юрьянском районе имеет замечательное месторасположение. Мы имеем в виду Ольгу Васильевну Кабакову. Конечно, конечно. Которая начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирова. Да, которая до недавнего времени была замначальника, которая как раз занимается выездными проверками. Значит, все это, вся эта красота была выстроена в 2017 году. Ну, сейчас, я так понимаю, вопрос, соответствует ли данный дом доходам Ольги Васильевны и ее семьи. Так как сейчас... А она тут, надо уточнить, все-таки обязанности есть. Конечно, все депутаты, все чиновники, госслужащие должны... Это они сейчас активно применяют к обычным гражданам, у которых нет обязанности сдавать, пока, по крайней мере, нет у нас закона, значит, сдавать декларации по расходам, но у чиновников такая обязанность, конечно, есть. И я думаю, что после проведенной оценки данного дома, данного места, данной земельной участки, после независимой оценки, я думаю, что данные документы, наверное, будут рассматриваться в прокуратуре. И все-таки я думаю, что в дальнейшем какие-то органы будут изучать этот вопрос. Потому что откуда у чиновника... начальника налоговой службы в городе, где загибается бизнес, где каждому насчитывают какие-то, ну, в том числе там обоснованные, необоснованные суммы, это уже, как говорится, кто как отобьется, но откуда у нее берутся такие дома, пейзажи, и вот, например, у меня еще вопрос. Простите, по вашей оценке, не знаю, с коллегами обсуждали эту тему, владение-то немалое, которое можно лицезреть на видео, дом хороший. Сколько это может стоить? Ну, я, честно говоря, не оценщик и не риэлтор, поэтому я, как бы, мне это сложно сказать. Но дорого. Но рядовому жителю недоступно. Я думаю, что да, на зарплату даже начальника налоговой инспекции вряд ли это возможно. Ну, будем надеяться, что, может... чиновникам разрешено заниматься преподавательской деятельностью, может быть, Ольга Васильевна. Да, творческой. Может, она получает какие-то гонорары за написание книг там, или ведет активную преподавательскую деятельность в вузах. Я думаю, что это все должно устанавливать, в том числе и какие-то правоохранительные органы, которые у нас занимаются коррупцией, чиновниками. Ну, подтвердиться, нет. Ну, это, сколько я понимаю, практика в Первомайском суде уже такая была, по-моему, в том году, если мне память не изменяет, да, когда у налогового инспектора... Не смогла доказать, да, происхождение. Не могла, там дом был намного скромнее, не могла доказать происхождение имущества, и дом ушел в доход государства. Поэтому я, в том числе как депутат Кировской городской думы,
И я буду внимательно следить за тем, что происходит. Писать обращения. Мои коллеги тоже очень... То есть обращение будет? Мне... Конечно, обращение будет. Вот этим видео опубликованным не закончится? Есть, конечно, не конечно, нет. И это видео, которое мне также скинули, как и вот всем остальным. И мне оно уже пришло несколько раз, причем от других, даже не знающих друг друга людей. Поэтому это видео активно ходит в городе Кирове, среди в том числе предпринимателей, и которые обсуждают... И очень интересно происхождение это все. Хорошо. А также мне интересен, допустим, вопрос, вот, насколько мне известно, это такая некая резиденция, куда каждый вечер начальника по сбору налогов доставляет служебный автомобиль, но все-таки... Начальник по сбору налогов — это кто? Ну, Кабакова, я имею в виду. Мы об этой же персоне говорим, да? Да, то есть интересно, доставляет автомобиль, но, насколько мне известно, все-таки начальник Кабакова, она по городу Кирову, что она делает каждый вечер и каждое утро в Юрьянском районе, куда ездит служебный автомобиль. Ну, я не знаю, является это нарушение, нет. Ну, я думаю, что обязательно мы у прокуратуры спросим, является ли это нарушением. Угу. В общем, будете писать официальную бумагу. Да, и таких, кстати, это как бы случай не единичный. Я думаю, что в ближайшее время мы еще увидим, когда некоторые инспекторы, видимо, надеясь на то, что они сдают сами себе декларации, в том числе, да, то есть они же отчитываются в первую очередь там в налоговую, там, в прокуратуру. Надеюсь, что на это никогда никто не обратит внимания. Вот у нас еще есть несколько, как бы, случаев, которые, ну, вряд ли смогут подтвердить свои доходы. Поэтому я думаю, то что... То есть у вас на прицеле еще? Есть. На прицеле. Ну, не то, чтобы на прицеле, это в круге внимания. Поверьте, чтобы занимать и говорить, что мы там, ну, надо, вот если идешь в чиновники, ну, на мой взгляд, идешь в чиновники для служения государства. И, ну, если кто-то идет там для каких-то других целей, ну, конечно, должны быть. Я надеюсь, что Ольга Васильевна докажет происхождение там этих средств. Ну, поживем, увидим, как говорится. Хорошо. Денис, наш слушатель Анатолий возвращает нас к вопросу, с которого мы начали. Он спрашивает, почему вы так переживаете за Бекулюка, который баллотируется от «Справедливой России», и не переживаете за кандидата от ЛДПР, который тоже идет на эти выборы. Как так? Я не сторонник того, чтобы снимать кандидатов. Если по данному округу победит кандидат от ЛДПР... Ольга Павлова, мы, видимо, да, мы имеем в виду. То тоже по 16-му округу. Я буду очень рад, но я считаю, что выборы вот должны быть честными, и они должны как-то там, будь это Бекулюк, также могла быть и кандидат от ЛДПР, точно так же и могли дать какую-то справку. Ну, я считаю, что в первую очередь... должны остаться все кандидаты. И должны, вот вы знаете, участвовать в честных выборах, наверное, это мечта любого кандидата, кто когда-либо избирался и действительно был, вот, ну, так скажем, близок к победе. Потому что, ну, например, у меня есть избирательный опыт, и, честно говоря, вопросов и каких-то видео, истории, которые там записаны на видео, там, телефоны, там, моих наблюдателей там, и прочее. Ну, у меня на самом деле их полно, целый накопитель там. Такой поэтому... компромат. Ну, это некий. Не компромат, это, наверное, для истории, как у нас когда-то происходили выборы в стране, детям будут показывать. Так, продолжаем наше общение. До перерыва буквально 3 минуты. Большую тему хочу поднять, о которой говорим мы много-много уже времени. Я напоминаю, что Денис возглавляет постоянную комиссию в Гордуме по транспорту, ЖКХ, экологии, безопасности, жизнедеятельности. Это тема общественного транспорта, да, мы неоднократно уже говорили по этому вопросу в нашей студии. Новости сыплются буквально регулярно. И я имею в виду расследование городской контрольно-счетной палаты, да, 400 миллионов рублей АТП убытков, да, это да, огромные там, золотые парашюты, в том числе огромные зарплаты. Новое руководство сейчас, как известно, у АТП. И вот буквально новости последних дней. Я имею в виду переговоры с белорусским автобусным заводом. Принято решение уже, что до конца года 100 новых автобусов у нас в городе появится. И буквально с первым зампредом областного правительства Александром Чуриным, мы тоже в нашей студии говорили на эту тему, он сказал, что будет речь, будет ставиться вопрос о создании некой единой транспортной компании, обслуживающей не только город Киров, но и межмуниципальные
маршруты, чтобы это была мощная компания, которая может позволить себе как дотационные маршруты, так и развиваться здесь, в городе. У нас в этом вопросе есть полное понимание с городской администрацией, сказал Александр Анатольевич. Я думаю, что будет правильное направление. Это вот именно объединенная большая компания. И буду настаивать на таком развитии событий. Вот дайте оценку, пожалуйста. Я считаю, это правильная история. Правильно. Абсолютно. Я его поддерживаю в этом. Потому что действительно у одних выгодные маршруты, у других нет. И кто-то получают там прибыли, сверхприбыли, а кто-то не знает, как этот джекпот свести с концы концами, которые везут и обязаны везти там где-то там 3-4 пассажиров, но они обязаны это делать, потому что должны выполнять вот эту, так скажем, догрузку социальную. Да. Поэтому, когда все это, если перемешать будет что-то среднее, и я думаю, что предприятие в любом случае станет прибыльным, и, так скажем, даже где-то какие-то убытки будут перекрываться за счет более выгодных маршрутов, и, так скажем, среднее будет все равно в плюс. Вы знаете, каким еще вопросом задаюсь? Мы помним выводы, которые давала КСП по деятельности департамента образования, да? Городского департамента. И мы помним, что были обыски, новости, соответственно, это еще и были. Потом расследование, отчет контрольно-счетной палаты по деятельности АТП. И как-то все шито-крыто получается, как говорится. Почему никто головой, что называется, не отвечает за эти вещи? Где посадки иметь? Не буду таким уж откровенным, конкретным. Где посадки? Да, мысли, пожалуй, поэтому есть. Почему головой никто не отвечает за эти вещи? Я считаю, что у нас все равно рано или поздно посадки по всем этим историям будут, потому что, к сожалению, так устроена у нас вот эта вся система, что достаточно долго это все происходит, проверка, признание ущерба. Но то, что сейчас у города позиция одна, чего раньше 10 лет не было при той администрации, что какой бы ущерб ни был, город не признавал ущерб и говорил, либо он несущественный, либо его там вообще он отсутствует, то сейчас позиция в администрации четкая. То есть есть ущерб, значит, пишем заявление об ущербе. То есть поэтому просто другой формат управления, другие люди. И поэтому я считаю, все равно с такой позицией, никто же не верил в Парк Победы, что эта история поднимется и будет продолжаться. Мы про Парк Победы еще, безусловно, поговорим после небольшой рекламы. Просто про автобусы еще хочу добить. Ведь тема довольно такая весомая. 100 новых автобусов для города. Вот хотелось бы, чтобы это все прозрачно происходило. Сколько мы денег на это тратим? Я думаю, что там о прозрачности... Мы же часто слышим о том, когда такие закупки проходят, там что-то не совсем чисто бывает. Ну, о прозрачности... Увы, но практика такова там, по всей России. Да, сколько мне известно, автобусы покупаются в лизинг. В лизинг. Они покупаются через веб-лизинг. То есть это все равно сама лизинговая компания при банке. Банк с участием государства. Лизинг — это такая форма, напоминаем, когда ты берешь, пользуешься, и потом можно вернуть. Да? Как вернуть? То есть лизинговая компания не в восторге будет, если вы им вернете. Убитые автобусы. Но я думаю, что город состояние будет выплатить, потому что все эти частные полугнилые пазики, чадящие, которые принадлежат частникам, там, где-то механикам, где-то замам АТП, где-то еще что-то. Такая система была при бывшем руководстве АТП выстроена. У каждого там были 2, 3, 5 своих автобусов. То сейчас они все уйдут в небытие, и люди будут ездить на новых автобусах, и те же самые деньги будут уходить не за оплату там, перевозки там, на гнилых пазиках, а на погашение лизинга. А лизинг он берется через веб-лизинг, и это сама лизинговая компания при банке, поэтому банк с государственным участием, поэтому думать, что там кто-то контроль надлежащий, понесет какой-то там чемодан, мне кажется, это дитя история. То есть, наоборот, мне кажется, здесь преследуются исключительно благие цели. Здесь, насколько мне известно, МАЗ на базе АТП
хочет сделать дилерский центр, это тоже некие дополнительные... Свое обслуживание. Свое обслуживание, да. То есть там могут какую-то технику там еще брать на обслуживание. То есть зарабатывать еще, еще зарабатывать. Угу. Поэтому я думаю, что руководство города, ну, сейчас именно достроено до развития вот АТП, на развитие вот в том числе, ну, в первую очередь, чтобы развивать АТП, нужны, безусловно, новые автобусы. Невозможно развивать там, от забора отрывать там старые пазики, заваривать их, красить и говорить, мы развиваем АТП. Но в любом случае нужен какой-то толчок. Да, он, безусловно, на мой взгляд, тяжелый. Мы это проговаривали, что потянет ли такую нагрузку АТП. Ну, нас уверяют, что это все будет... Да, а вот еще поясните, пожалуйста, Денис, когда появились эти выводы контрольно-счетной палаты по поводу АТП, вот эти 400 миллионов рублей убытков, и, в частности, претензии там были к тому, что несколько, три, по-моему, да, автобуса, оснащенные подъемниками для инвалидов, два из них были изначально демонтированы, третий там не работал, и новый руководитель АТП заявил, что мы за свой счет закупим автобусы вот с этими подъемными. Как так? Огромные. За чей счет? Нет, за счет городской казны? Нет, у АТП оно акционерное общество, то есть там стопроцентный собственник, значит, город, муниципалитет. Соответственно, они, как любой коммерческий хозяйственный субъект, также получают прибыль, и они вполне способны зарабатывать, и там речь идет даже не о закупке этих автобусов, а восстановить именно эти подъемники, потому что непонятно для чего предыдущее руководство закупает эти автобусы, и так как они у них замерзают зимой, они их просто ничего умнее не придумали, как просто взять и снять. Болгарочку взять и отпилить, ну, или там что-ли, да, открутить. Да, вот как-то так. То есть, зачем это происходило, зачем-то их было вообще закупать именно с этим подъемным. Ну, помните, как история с подъемным механизмом в подземном пешеходном переходе, да? Тоже проверка прошла, и выяснилось, что там деньги потрачены, а ничего не работает. Нам приходили на социальную комиссию, вот эту историю могу пояснить. Нам приходила, значит, председатель организации вот, инвалидов. Общество инвалидов, общество инвалидов, да. И он говорил, что ну, вот, нет случаев, чтобы вот этим подъемником на Ленина кто-то воспользовался. Во-первых, он уже и не работает, и он как-то закрыт. И вот, мне кажется, вот эта вся конструкция, которая на Ленина, она... Это, наверное, мы имеем в виду надземный пешеходный надземный переход, да, в Чижах. Чижах. Она, наверное, хороша на МКАДе. Когда там нет шансов перейти, там все равно тебя собьют, и ты так или иначе вынужден подниматься по этим лесенкам. Но, насколько мне известно, в Чижах как бегали через дорогу, так и бегают. Да, я согласен, я лично видел. Поэтому, так давно был в том районе. Поэтому я считаю, что это тоже было неэффективное использование средств, в которых, ну, безусловно, тоже надо разбираться, почему такое решение. Реклама у нас сейчас небольшая. Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, и мы продолжим очень скоро. Особое мнение на 101 FM. Денис Ерохин в нашей студии, депутат Кировской городской думы, председатель постоянной комиссии Гордумы по транспорту, ЖКХ, экологии, безопасности, жизнедеятельности. Давайте последние новости по Парку Победы. Вы их прокомментируете. Ну, во-первых, это обыски. Официальное заявление Следственного управления, Следственного комитета, что обыски были. Документы искались и так далее и тому подобное. Ну и не могу тут не сказать о том, что наши коллеги из издания «Репортер» позвонили человеку, которого чаще всего, наверное, упоминают, да, при словосочетании «Парк Победы» имеется в виду Владимир Быков, экс-глава города Кирова. Прям цитирую, что он заявил нашим коллегам: «Следственный комитет ведет расследование, разберется и поставит жирную точку». Но потом добавил... Или вначале он добавил, что будет комментировать что-то, возможно, после возвращения своего из отпуска. Ну вот, собственно, да. Вот слов немного. Ну, я Идет дело, довольны ли вы? Нет, я доволен, безусловно, то, что происходит по Парку Победы, потому что когда снова эта история начиналась в январе месяце, то есть у всех жителей города был некий пессимизм. И только благодаря, в том числе, и я считаю, что тут и областной, и городской власти, что позиция такая, что вернуть парк, что было написано заявление о причинении ущерба городу. Только благодаря этому, в принципе, и возбуждено уголовное дело по 159-й, это
мошенничество, да. Группа лиц в особо крупном размере и так далее. То, что там возбуждено по факту, я тоже прекрасно понимаю, хотя многие переживают. И вот избиратели меня многие спрашивают, а почему именно по факту, всем же известно. А вот скажите мне тоже, украл. Да, а скажите, мы, вот по вашему прогнозу, все-таки наступит время, когда в отношении конкретного лица будет предъявлено? Я думаю, когда, что... Когда зазвучат конкретные, да, фамилии уже в этом деле? Я думаю, что это будет не одно лицо, то есть это будет, безусловно, несколько человек, потому что невозможно украсть Парк Победы одному. То есть там действительно же очень много было и процедур, и сделано каких-то там переведения, там, понижение кадастровой стоимости и так далее. То есть я думаю, что, ну, по моим ощущениям и прогнозам, я считаю, что человек 5-6 мы должны увидеть на скамье подсудимых. Ну, может, там человека 3-4 мы должны увидеть. Ну, все-таки арестованным. Вот мне почему-то кажется так. Ну, это мое такое мнение. И, безусловно, то есть мы же все понимаем, кто выгодоприобретатель. И говорить о том, что, вы знаете, я был глава города, я там не подписывал, я не участвовал, и поставить жирную точку. Я вот к этим словам насчет жирной точки присоединяюсь к Владимиру Васильевичу, и все-таки надеюсь, что Следственный комитет поставит жирную точку и арестует, наконец, в том числе его. Потому что, ну, продать то, что там сделано годами, и то, что действительно это, ну, для всех кировчан святое место, особенно там, ну, мы же все историю знаем этого Парка Победы, что там все ушли на фронт, и там большая часть из них не вернулась. Mm-hmm. Поэтому и при этом стоять у стелы, надев там форму там военкоматовского генерала и говорить, что там поздравлять с праздником, ну, мне кажется, это что-то должно быть сверх такое какое-то лицемерие, сверх кощунство, и, ну, который утверждал в том числе и в СМИ, что там никогда не будет никакого строительства, никогда не будет никаких проданных земель, там исключительно будут спортивные объекты. Ну, вот зачем? Зачем это все врать и при этом говорить жирную точку? Это какая-то сверхсамоуверенность, это безнаказанность на протяжении 10 лет, который понимал, что 10 лет вот они таким занимались, в том числе во всех МУПах, которые мы сейчас поднимаем и смотрим, там везде какая-то, ну, везде непрозрачность. Uh-huh. Говорить о этой непрозрачности, ну, я могу только то, что я вижу, да, а я думаю, что жирную точку как раз он тут абсолютно прав, будет ставить исключительно Следственный комитет, и жирная точка, и следующий комментарий, я надеюсь, что он будет нам давать либо в суде, либо, ну, еще в каких-то там пистах, потому что, ну, по крайней мере, это должно произойти, потому что вот мэр в Дагестане, мэр Махачкалы сидит, но он продавал не Парк Победы, он продавал обычный земельный участок, и не за 338 тысяч, а там какие-то миллионы были, я сейчас не помню сколько, но тем не менее, а у нас за 338 тысяч человек продал, и потом, ну, насколько там официальная сумма звучит, 120 миллионов перепродан, ну, мы о чем говорим, что это мы какие-то суперудачные бизнесмены, ну, понятно, что это нет. Это самое, что ни на есть, ущерб городу, и самое, что ни на есть, воровство земли. Вот мое мнение. Другого, я считаю, что тут нет. Так, пара минут остается до конца нашей беседы. Вот еще о чем хочу спросить. Денис, мы готовимся к первому урбанистическому форуму, первому в Кирове. В октябре он должен пройти. Не так давно, вы прекрасно знаете, приезжал градоустроитель Санкт-Петербурга, да, Александр Перелыгин. Ну, там много очень новостей по поводу этой встречи поступало. И встречи с первыми лицами города, области и так далее. Вот во время прогулки по городу губернатор Игорь Васильев сказал, что было бы хорошо, если бы за дело благоустройства общественных территорий, зон отдыха взялся бизнес. Вот мы начинали с вами, да, там про налоги, про конкретного человека в налоговой. И там вы говорили, что изнывает бизнес кировский от всевозможных сборов, от контроля и так далее. А вот глава региона надеется, что бизнесу... Не, бизнес... Надо бы участвовать. Вот ваш взгляд как человека делового все-таки, да? Я считаю, готов что бизнес вкладываться, губернатор, безусловно, прав, что бизнес должен участвовать минимум в тех местах, где он находится. То есть это какие-то прилегающие магазины, офисы, территории. Может какой-то сквер сделать и так далее. Вот по этим же вот стесенным домам, которые у нас 100 участков, у нас при предыдущей власти
превратились в помойку. Вот как раз вот в том числе, может быть, на их месте сделать какие-то скверики, там, uh-huh. парки, стоянки, парковки, может, какие-то магазинчики, кафешки летние и так далее. Бизнес ко всему этому готов. Просто бизнесу надо давать возможность работать, не душить их бесконечными проверками и говорить о том, что любой предприниматель, там, жулик, который там пытается уйти, это минимум неправильно, и до бесконечности выдаивать бизнес невозможно. А на самом деле, если к бизнесу относиться нормально, там, как-то быть с ним в диалоге по любым вещам. Даже партнерский, если, да? Даже если он что-то есть, какие-то претензии, все эти претензии, по крайней мере, минимум там обсуждать, предъявлять как-то устно, а не там еще что-то, то я считаю, что бизнес в радостях у нас сделает очень много хороших дел. У нас есть предприниматели живые, энергичные в городе. Кира вообще активна в этом плане. И если посмотреть, сколько кировских в других регионах добились какого-то успеха, на самом деле, даже вот сколько я знаю людей, которые сейчас уже в других регионах проживают из Кирова, достаточно успешные бизнесмены. Именно по предпринимательской стезе, по предпринимательской стезе, поэтому я считаю, что у нас замечательные люди, активные, достаточно хозяйственные, и поэтому, если будет диалог, будет к ним нормальное отношение, то я считаю, что они с радостью будут сами просить, сами предлагать и сами что-то делать. Поэтому вот мое мнение. Спасибо. На этом истекает время нашей беседы. Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Особое мнение на 101 FM.